Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем мастер-классе хочу сделать красивую упаковку в винтажном стиле. Прежде чем делать саму упаковку, хочу сделать сначала украшение. Я хочу, чтобы это была фотография в старинном винтажном стиле. Для этого я распечатала вот такие вот черно-белые старые фотографии. Наверное, выберу вот эту вот. Я хочу ее завести в рамочку и потом все это украсить. Давайте приступим. Для этого нам нужно вырезать нашу фотографию, которую мы будем использовать. Теперь мы должны сделать замеры. Фотография у нас 13 на 8, значит, рамочку мы сделаем чуть-чуть меньше. Для этого я возьму картон и сначала сделаю внутреннюю часть. Если у нас 8, вырезала, и теперь я буду вот с таких вот палочек делать нашу форму. Закончили нашу рамочку. Теперь приступаем к фотографии. Фотографию я тоже наклею на картонку. Чтобы у меня получился более старый эффект, я сверху помажу акриловым лаком. Теперь я дам время высохнуть и приклею вот так вот к нашей рамочке. Итак, друзья, пока у нас сохнет наша рамочка, займемся самим пакетом. Пакет я буду делать с крафт-бумаги. Я взяла размер 35 на 70, где 6 сантиметров у нас будут боковые части. И сейчас вот я отметила наше дно. Теперь будем склеивать.
Наш пакет готов. Как делать такие пакеты, у меня есть видео. Я оставлю и в конце видео ссылку на этот мастер-класс. Будем декорировать его. Рамочка у нас будет находиться вот здесь. И я хочу под низ подставить вот такую вот ткань и украсить кружевом. Для этого мне нужно замерить размер ткани. Она у нас будет 21 на 21 на 16. Я не буду обрабатывать ткань, и я хочу, чтобы вот легкая бахрома, она все-таки присутствовала. Просто я обрежу слишком длинные нитки. Теперь мы должны вот это вот приклеить вот сюда вот. Вот так вот. И я хочу вот так вот украсить кружево. Приклеиваем. Наш пакет готов. Осталось только положить подарок и завязать ленточку. Спасибо, друзья, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всего вам хорошего!